Василий Пушкин к Александру Сергеевичу Пушкину. Поэт-племянник, справедливо я назван классиком тобой. Все, что умно, красноречиво, все, что написано с душой. Мне нравится, меня пленяет, твои стихи, поверь, читая с живым восторгом дядя твой. Латон и сына ты любимец, тебя он вкусом одарил, очарователь и счастливец, сердца ты наши полонил. Своим талантом превосходным, все мысли выражать способным. Руслан, кавказский пленник твой, фонтан, цыганы и Евгений, прекрасных полный вдохновений, они всегда передо мной. И не для критики пустой, я их твержу для наслаждения. Тацита нашего творения читает журналист иной, чтоб славу очернить хулой, Заил достоин сожаления. Он позабыл, что не вредна граниту бурная волна. ...1829 год. Вот такие стихи написал Василий Львович Пушкин. Родился он как раз сегодня, 8 мая, в далеком 1770 году. Это Василий Пушкин, это у нас русский поэт, дядя Александра Сергеевича Пушкина. Он получил основательное домашнее французское воспитание. С 18-летнего возраста выезжал в свет, сочинял французские куплеты и эпиграммы, участвовал в любительских спектаклях и слыл остроумным собеседником. Первое печатное стихотворение Пушкина появилось в журнале «Санкт-Петербургский Меркурий» в 1793 году. Это стихотворение было выдержано в лучших традициях классической сатиры и обратило на себя внимание современников. Знакомство с Дмитриевым резко изменило характер литературного творчества Пушкина. Всю свою жизнь Пушкин читал Дмитриева своим учителем и другом, глубоко почитая его наравне с Карамзиным. В 1811 году свет увидел его лучшие произведения, остроумные, хотя и низко грубоватые, и долгое время неудобные для печати, сатира «Опасный сосед». Сатира была во вкусе Ренье. К ней, между прочим, Пушкин осмеял противников Карамзина. Произведение получило широкий резонанс, и можно сказать, что Василий Пушкин благодаря ему становится едва ли не в первый ряд русских литераторов 1810-х годов. Определенную роль сыграл Василий Пушкин в жизни молодого Александра Сергеевича Пушкина. В произведениях Александра Сергеевича есть множество упоминаний, намеков и цитат из стихов дяди. Дожил Василий Львович Пушкин до 1 сентября 1830 года в Москве. Александр Сергеевич и Вяземский были последними собеседниками поэта. «Вот что значит умереть честным воином на щите, с боевым кличем на устах», – так и писал Александр Сергеевич смерть дяди в письме Плетневу в 1830 году. Вот такое у нас на сегодня событие, как день рождения Василия Пушкина, русского поэта, дяди Александра Сергеевича Пушкина. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.